Сегодня мы объявляем о начале конкурсного набора, конкурсного отбора в новые участковые полицейские офицеры. Институция новых полицейских участковых будет сформирована и переосмыслена заново от той, которая сейчас у нас реально существует, вписываться в систему общего правопорядка. И сегодня мы начнем с того, что пойдем в Киевской области. Также мы сегодня говорим о начале набора и начале очень серьезной реформы, о начале следствия, что является самым сложным сектором в реформе и что является очень некоротким путем. Могу сказать о том, что после завершения нашей работы по следователям, по участковым, у нас по всей стране ориентировочно будет 9100 новых участковых полицейских офицеров, которые составят такой корпус, уже заново подготовленный, который будет нам вписываться в формат новой полиции. И мы не ждали официального набора, мы прямо сейчас начали работать с теми офицерами, которые прошли аттестацию. Мы предполагаем минимальный уровень для универсального полицейского участкового 6000 гривен. И по всей стране полицейский, который пройдет переподготовку или пройдет конкурсный отбор, будет получать 6000 гривен стартовый. Там дальше будет смотреться уже там выслуга, там какое-то звание и так дальше. И когда мы говорим о следователях, речь идет о минимальной зарплате в 10000 гривен. Стартуем сегодня в Киевской области и в ближайшее время начнем такой же отбор с другими, естественно, цифрами. Везде мы будем уточнять позицию по Волынской, Хмельницкой, Николаевской, Ровенской, Одесской областях и в городе Киеве. Это те области, где прошел завершен процесс аттестации.